Следующий гость – Владимир Иванович Винокуров, профессор кафедры дипломатии консульской службы Дипломатической академии МИД России. Владимир Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Иванович, давайте попробуем прокомментировать вот новую задумку Госдепа США о том, что они собираются разваливать Россию изнутри. Ну, собственно, это концепция смены неугодных режимов, которые буквально два дня назад еще раз подтвердил Генри Киссинджер в плане возможности ее применения в современных условиях против автократических режимов. Она всегда была одной из самых главных во внешней политике Соединенных Штатов Америки и в целом в их геополитике. Начинается с объявления государства, обеспечивающим или спонсором терроризма международного, и продолжается это введениями различного рода санкций. Собственно, то, что мы имеем и даже сегодня без объявления того, что пытаются сделать сегодня в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки. Но нужно, как говорится, смотреть прежде всего самим Соединенным Штатам на себя. Как всегда, бревно не замечаем в своем глазу, где терроризм собственного производства, а где те страны, которых они обвиняют в таком, такой принадлежности. Все те события, которые связаны были с бомбардировками и Югославии, и Ирака, и с уничтожением с политической карты мира практически Ливии, это и есть то проявление терроризма, которое прежде всего отмечает внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Владимир Иванович, ну вот с точки зрения последнего заявления Нарышкина еще хотела спросить, что они собираются разваливать страну изнутри, но объявили террористами. По сути, образ вселенского зла в мире уже создан. Они теперь поставили себе новую задачу, чтобы русские сами про себя думали, что они вселенское зло. Вот с этим как быть? Ну да, зло страны, оси зла, это тоже из терминологии Госдепартамента Соединенных Штатов Америки еще из времен Холодной войны прошлого века. Как всегда, американцы ошибаются в своих расчетах и планах. Я должен сказать, что Америка вообще не любит заглядывать далеко вперед. Так же и здесь. Они бы поприсутствовали на праздновании 9 мая, прохождении шествия бессмертного полка, в котором я уже в третий раз участвовал в этом году. И они бы убедились в том, что никакие вот такие акции изнутри в соцсетях с использованием ненормативной лексики, они сегодня совершенно бессмысленны. Бесполезны усилия этих людей, которые пытаются таким образом повлиять на расстановку политических сил в нашей стране и в целом на нашу внутреннюю, я уже не говорю, на внешнюю политику. Ну вот единственное, на что они, по-моему, способны, это облить нашего посла сиропом или краской, если я не ошибаюсь, в Польше, и потом публично извиняться. Да, это вообще, конечно, из ряда вон выходящее. Вот этот образец, он еще раз показывает, с кем мы сегодня имеем дело. Облили краской посла, обливают краской памятники советским воинам, с которыми много пришлось заниматься в зарубежных командировках по линии исполнения функциональных обязанностей военного дипломата. И самое главное, что последние
время вот таким нечто вроде писком моды в этом стало обливать, посла Андреева облили красным сиропом. А, скажем, в странах Балтии, особенно в Литве, обливают наши памятники советским воинам синей и желтой краской. Ну, это понятно. На поддержке желто-блакитного флага независимой, суверенной Украины, в кавычках, разумеется. Правда, как она связана с подвигом наших военных в годы Великой Отечественной войны, я не очень понимаю, сражались на одной стороне вроде бы. Ну, я должен сказать, и вот если мне как раз посчастливилось работать в Латвии в первые годы ее восстановления, опять же, от широкой души России, восстановления независимости с помощью России, как и в первый раз в 20-е годы, в 19-м году. Вот характерно, что именно в этих странах, исходя из численности населения, количество предателей, которые перешли на сторону немецко-фашистских войск во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны для стран Балтии, они занимают бесспорно лидирующее положение по среднеарифметическому показателю от численности населения. Вот они и сожалеют о том, что им не удалось во главе с великим фюрером и командованием вермахта то время победить. Потому что всегда и в истории мы хорошо знаем те же страны Балтии, там еще во времена Российской империи постоянно велась борьба между Германией и Российской империи за господство в этом регионе. И фактически то, что произошло в 1939 году, когда семь этих государств проголосовали за вхождение СССР, с германскими планами было покончено. Появилась такая надежда во время Великой Отечественной войны. Но ей не дано было сбыться, поскольку большинство-то и литовцев, и латышей, в меньшей степени эстонцев все-таки, они были на стороне Красной, а потом Советской армии. И в этом смысле сегодня, как бы в какой-то мере, мы опять возвращаемся на круги своя, как говорят в истории, когда определенные события повторяются, но на новом витке исторической спирали. Ну да, страны Прибалтики свою историю уже переписали. Спасибо вам большое за ваш комментарий, за экскурс в историю. Владимир Иванович Винокуров, профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, с нами был на связи.